Кленовый сироп традиционно ассоциируется с Канадой, хотя его производят и в России. Более того, пензенские кленовары переняли оригинальную технологию производства. Так что вкус ничуть не хуже, а вот стоимость значительно ниже. Пензенские кленоварни находятся на рынке уже не первый год. И все это время работают над полным импортозамещением кленового сиропа. Их кленопровод – более 150 километров магистралей, способных собирать до 75 тонн кленового сока в сутки. В процессе задействованы более 25 тысяч кленов. Щадящая технология нисколько не вредит деревьям. В 2022 году здесь планируют собрать более 2 миллионов литров кленового сока. Затем его будут выпаривать на специальной дровяной печи до состояния сладкого и густого кленового сиропа, который разойдется по всей стране, чтобы радовать людей. Хороших вам новостей!